В Петропавловске подъезды жилых домов начали обрабатывать дезинфицирующими средствами. В областном центре свыше 1000 многоэтажек. Случаев заражения коронавирусной инфекцией в городе пока не выявлено, но, несмотря на это, проводятся профилактические меры. Ежедневную санитарную обработку теперь будут проводить одно из предприятий, которое отвечает за содержание новостроек. К организации такой работы призывают и представителей КСК. Мы каждый день 55 домов, у каждого сотрудника свои дома, своя территория, они будут проводить эту работу каждый день.